Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Александр Мардынский и очередной обзор на товарчик. Такой товарчик у нас был, такой товарчик мы уже обозревали, но, тем не менее, контроль качества от Александра Мардынского. В общем, здесь у нас находится колоночка Xiaomi, маленькая, компактненькая, которая была выполнена в форме блочка. Может быть, она имеет какие-то новые модельные номера, может быть, она имеет новые характеристики. Нет, все то же самое, 4 Bluetooth-версия и... Все точно так же заклеено. Для этого нам понадобится тесачок, чтобы вскрыть. В общем, Xiaomi-шные колонки, реально к ним я испытываю любовь, к ним я не испытываю каких-либо претензий. И до них я никогда не докапываюсь, потому что, ну, брак мне в них не попадался, качество у них очень хорошее. Единственное нарекание, смотрите, данная колонка полностью вылезла из своей коробки, и здесь все у нас нарисовано, все разрисовано. Единственное нарекание к вот этим колонкам, которые у меня было, это то, что в комплекте не идет micro-USB кабель. То есть ей нужен кабель micro-USB для того, чтобы заряжаться. Здесь у нас micro-USB, собственно говоря, micro-USB, светодиодный индикатор, кнопка включения блокировки и как бы две ножички. То есть все, вот она вся колоночка. Собственно, давайте включим. Вот так она у нас готова к поиску по Bluetooth. Mi, и здесь у нас, по идее, два динамика находится. Давайте откроем Bluetooth и посмотрим, каким образом у нас колоночка там увидится. Другие устройства. Mi Bluetooth спикер. Подключение. Это реально классная колонка, ее реально хватает надолго, у нее корпус из алюминия. Пошел звук. Она очень громкая, то есть она в плане громкости реально очень громкая, то есть давайте максимальную громкость сейчас выкрутим. И она басистая. То есть вот. Ставим минимальный уровень. У нее очень приятный звук, то есть реально звуку никаких претензий, он басистый, прям вообще сочненький, особенно если вы ставите ее на твердую поверхность, то есть не на ноутбук, а именно на стол или на пол или на шкаф, либо на другую полку. За счет того, что у нее ножки резиновые, звук передается лучше и басы становятся еще круче. Вот так она звучит. Огонь. При стоимости там в тысячу с небольшим рублей или сколько она сейчас стоит, звук всегда потрясает, звук всегда поражает воображение. В общем, с вами был Александр Мардынский, очередной обзор на товары Xiaomi с интернет-магазина TomTop. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, не забывайте про Инстаграм. Ссылки будут в описании. Всем удачи, всем пока. Колоночка реально всегда на 5 с плюсом заходит.